Все остальные вперед! Особен. Так, посмотрим. Полоси хватит? А, плюс-минус. Знал, что ты это скажешь. От винта. Thank you.
93-й изменили Уэйда. Показали сорвиголове, привыкшему смотреть на мир из-под облаков, всю грязь войны. И в этой грязи он понял, что побеждать можно только вместе, прикрывая друг друга. Чтобы понять, каков Уэйд Джексон на самом деле, нужно отвлечься от его слов и посмотреть на его дела. Плевать, что он делал. Уэйд бросил нас в Гамбурге. Я ему не верю. Понимаю. Но в это дерьмо мы вляпались не из-за него, а из-за того, что какие-то ганцы пытались сломать лучшую из возможных команд. Так, надо составить план побега. Да там же немцев полно. Даже если мы вырвемся, нас прикончат еще до двери. Но не факт. Есть идея. Мы устроили Рихтеру спектакль. Риск был большой, но нам позарез были нужны документы. Полину вызвали следующей, и она выиграла для нас время. Мы знали, она не подведет. Рад видеть, фройлин. Прошу. Прошу. Именно так я и представляла себе твой скромный кабинетик. Так. Что планирует ваш отряд? Леди Соловей.